Привет, дорогая Ню. Меня зовут Женя. Я являюсь админом нашего официального фан-клуба, нашего любимого. Нюша, привет тебе с солнечного Краснодара. Привет, дорогая Нюша. Нюш, привет. Это Коля. Может быть, ты помнишь, я когда-то был руководителем московского фан-клуба. Ню, привет. Давно не виделись и пора поговорить. Привет, Нюша. Меня зовут Ваня, и я являюсь твоим поклонником уже целых 10 лет. С твоим творчеством я знаком уже больше 10 лет. Я с тобой уже с 2009 года и по сей день продолжаю быть с тобой. Мы с тобой уже буквально 13 лет вместе. Твой фан-клуб мы поддерживаем, слушаем везде с тобой, на всех мероприятиях, на всех встречах, во всех городах, во всех странах. Просто везде. Представляешь масштабы того, как сильно тебя любят, тебя ждут, тебя обожают. Чтоб ты забыл, где была твоя земля, твои глаза все открывают, твоя плечами. Очень классная Хочется сказать очень важные слова в твой адрес, а особенно слова благодарности за то, что ты внесла в сердце каждого твоего слушателя, поклонника. Это, безусловно, что-то важное, ценное, то, что следует за тобой всю жизнь. Ты просто тот человек, которого не хочется потерять. Хочу сказать о том, что мы твои поклонники, люди, которые следят за тобой, очень ждем от тебя нового творчества. Мы знаем, что ты человек, который умеет и любит дарить людям добро, нести свет и так далее, заряжать нас всех своими эмоциями. Я тебя безумно люблю, я безумно всегда верил в тебя и буду верить, продолжать. Ты моя любовь, ты мой ангел-хранитель, ты мой путеводитель, ты всегда направляешь, ты всегда даешь пищу для размышлений. Твои песни исцеляют, твои песни помогают мне идти по жизни, перебарывать те или иные истории, которые происходят в моей жизни. Хочу сказать тебе большое спасибо за твою музыку, твои песни. Они очень часто помогали в трудных жизненных ситуациях, давали заряд энергии, какие-то силы, эмоции, благодаря которым я шел по жизни. Мои силы. Моя опора, мое вдохновение, моя поддержка, моя мечта, мой мотиватор, наставник, мой путеводитель, моя частичка жизни, моя жизнь, моя Нюша. Миллион раз я повторяю и буду повторять, пока твои песни звучат хотя бы в одном телефоне. Дорогая и любимая Нюша, мы все тебя очень сильно любим и скучаем по тебе, очень ждем твоего творчества. Твоя музыка способна касаться самых глубоких уголков души. Она дарит только положительные эмоции. Мы соскучились и ждем твоего возвращения. Мы ждем твои прекрасные песни, твои шикарные клипы. Ждем концертов, чтобы собраться с другими ребятами из других городов в одном городе и затусить вместе с тобой. Зритель в номинации «Лучшая певица» Нюша! Мой фан-клуб самый лучший, самый преданный у меня, ребята. Я знаю, что за мной очень многие наблюдают. Конечно же, мои поклонники следят за мной. Вы знаете, мне кажется, что не только для артистов, вообще для любого человека поддержка — это очень важно. Когда ты понимаешь, что рядом есть один человек, два человека, три человека, ну, которые в тебя верят, которые держат тебя за руку и говорят: «Не сдавайся, я с тобой». Неважно, что произойдет дальше. Это очень важно. И я очень хочу, чтобы вы, дорогие зрители, дорогие слушатели, чтобы вы понимали, все, что делаем мы, артисты, мы делаем это для вас. Несмотря на то, что последние годы ты больше уделяешь время семье, нежели творчеству,
твоя музыка все так же часто играет в моих наушниках, я также кайфую от этих песен. Вот, они мне очень нравятся, не перестают нравиться. И перед тем, как записать это видео, я посмотрел одну из церемоний награды тебя за победу в номинации «Фан или профан», где мы стали лучшим фан-клубом. И ты там сказала очень важные слова. Неважно, рядом с тобой есть один человек, два человека или три человека, важно, чтобы кто-то был рядом и поддерживал тебя. Так вот, хочу сказать, что мы также любим тебя, также верим в тебя и ждем твоего возвращения. Мы тебя любим. Действительно ждем от тебя нового материала, новых песен, свежих клипов, крутых мероприятий, концертов. Я думаю, что наша медиасфера давно тебя заждалась, и люблю тебя, обнимаю, целую. Пока-пока, до встречи. Ждем новых хитов, ярких выступлений и всех-всех творческих активностей. Любим. Я жду. Мы ждем. Мы верим в тебя. Мы, твоя большая необъятная семья, Нюша Тим. Станем горой и будем до последнего рядом. Мы скучаем. Мы ждем тебя в нашем музыкальном мире. И пусть только небо знает, как ты нам нужна. Пусть счастье накроет как цунами и объединит наши мечты. Нюш, мы тебя очень сильно любим, очень ценим, скучаем. Поэтому возвращайся к нам скорее. Ты огромный молодец. Мы тебя очень любим. Люблю тебя безумно, верю в тебя. Все получится. Просто безграничная любовь. Привет из Нижнего Новгорода. Я с тобой. Я в тебя верю. Все будет хорошо.